Конституция нужна. Должны лезть. Конституция это город. Куда надо лезть? Просто выслушать человека, поговорить. Поговорить с человеком, с людьми разговаривать надо, но не руки протягивать. Иди своим голубым, ты своим Сережкой. Ну а что такого, в чем проблема? Иди своим голубым со своей Сережкой. Там тебе голубые. А зачем вы оскорбляете? Ну да, зачем вы оскорбляете? Зачем вы оскорбляете? Это же вот некрасиво. Я им ничего не говорю. И вы вроде как кавказец. Вообще это не присуще. Вообще считается это дружный народ. Ты неправильно. Почему? Ты неправильные вещи делаешь. Ну какие вещи делаю? Я обманом именно ты занимаешься обманом. Почему? Вот иди отсюда ты. Вот пусть они поснимают, что хотят, но ты обманщик. Вот поэтому я говорю. Почему? Ты провокатор, я обманщик. Почему? Я говорю, ты провокатор, но я обманщик. Почему? Где я вас обманул? Где я вас обманул? По твое поведение, то, что ты обманом разговариваешь. Ну где я разговаривал? Так я вам ничего не сказал, я вам вопросы задаю. Я смотрел, как ты разговариваешь, что ты говоришь. Ну вопросы я задаю. Ты провокатор, я тебе еще что раз говорю. Обманщик и провокатор. Вот нормальные люди стоят, я им ничего не говорю. Вот тебе говорю. Иди к своим голубым, ты Евросоюз хочешь, голубым этим скотам. Иди к ним. А как вы определили его ориентацию? Вот нормальные люди стоят. Простите, нормально общаются. Как вы определили его ориентацию? Вот, его вопрос задайте, он вам скажет. Почему? Я не поняла. Вы говорю, ему задайте. У это него, его я знаю, коллеги. Вроде нормально. Да нет, это его коллеги, пусть он скажет. А вы как определяете? Ну а почему вы так решили? Поведение и вы их ненавидите, я вижу, да? Вы какое поведение? Вы тоже в тюрьму бы, да? У меня знакомые мальчики, тоже что тюрьму надо, да? Какая тюрьма? Я что, за какую-то тюрьму говорю, девушка? Ну вы же их ненавидите, я считаю, я какой, что... За какую-то тюрьму говорил? Если надо Луценко убивать, то голубых в тюрьму, я считаю, это логично. Я не... Подождите, девушка.